Камрады, всем добра! Добро пожаловать в новый день! Сегодня у нас понедельник, 29 число. Понедельник день тяжелый, как говорили времена моей молодости и юности. Потому что после воскресенья, помимо того, что он тяжелый, сегодня жара, вообще на улицу вылазить не хочется. Стримить в квартире, я говорю, нереально сейчас. Думаю, вечером буду делать стрим. Поэтому, кто захочет, добро пожаловать. И решил что-нибудь посмотреть или почитать. Вот дома сижу все равно. Чисто случайно нарвался на очень интересный сериал. Китайский. Научно-фантастический. Автор произведения Лю Цисин. В общем, добро пожаловать в китайскую фантастику. Только-только начал смотреть. Уже по первым кадрам мне она понравилась, по отзывам очень хорошая, поэтому решил с вами поделиться. Судя по кадрам, там, знаете, заднеприводных, переднеприводных, ничего такого нету. Нормальная, классическая, китайская, научная фантастика. Поэтому, кто любит такую тематику, я думаю, этот жанр, возможно, будет интересен. Трейлер я прикреплю после. Поэтому на этом все. Ребят, всем добра, всем приятного просмотра. Делитесь потом впечатлениями. Всем пока-пока. Надеюсь, до вечера. Адаптация одноименного романа Лю Цисиня. На одной ферме выращивают индеек. Каждый день в 11 утра фермер приходит кормить их. Одна такая индейка-ученый заметила закономерность и провозгласила универсальный закон Вселенной. Каждое утро в 11 снисходит пища. Однажды фермер по обыкновению пришел. Но был день благодарения. Ну, раз я индейка-ученый, то хочу знать, кто владеет фермой? Бесстрашие рождено незнанием. Если хотите, можете заглянуть в мир владыки. Три тела? Игра? Три тела. Поразительно. Какая у игры цель? Владыка придет истребить зло. Я считаю, она подозрительнее всех. Обратный отчет. Мерцание. Самоубийство. Все ведет к ней. Мы все лишь черви в канаве. Она участвовала в работе крупного оборонного объекта. Место, куда я ходила. Красный берег. Красный берег? Что там исследовали? Эту часть послания так и не расшифровали. Грязь всегда пристает к истине. Красный берег доказал одну истину. В этой вселенной, кроме человека, есть и другое разумное нечто. Владыка. Пришельцы? В глазах фермера человечество лишь кучка индеек. Задача трех тел. Всегда будут те, кто смотрит на звезды.